Начать хотелось бы попросить у вас максимального репоста. Вот уже четвертый месяц по нашей планете гуляет коронавирус, в связи с чем люди начали впадать в панику, а иногда даже в истерию. Я дам вам 5 простых советов, как защитить себя и своих близких от коронавируса. Совет номер 1. Мойте руки не менее 5 раз в день и избегайте большого скопления людей, то есть без острой нужды не покидайте свое жилье. Совет номер 2. Проветривайте свое жилье не менее 2 раз в день и возьмите лук или чеснок, размельчите его как для жарки, добавьте стакан, налейте чуть-чуть воды и расставьте по своему дому. Запах, конечно, будет неприятный в доме, но такой дедовский способ убивает практически все вирусы. Совет номер 3. Полоскайте свое горло не менее 3 раз в день. Лучший способ это хлоргексидин. Стоит он около 10 рублей и хватит вам такого флакона на 2-3 дня. Но если нет возможности купить хлоргексидин, можно это делать обычной теплой водой. Совет номер 4. Пейте имбирный чай и кушайте больше фруктов. Ведь имбирь является лучшим продуктом против вирусов и бактерий, которые попадают в организм. А теперь самый важный совет номер 5. Прислушайтесь к нему очень внимательно. Не нужно паниковать и истерить, и превращать коронавирус в барановирус. А тем, кто решил заработать на этой панике, поднимая цены на продукты и лекарства, хочу сказать. С собой вы эти деньги на тот свет точно не заберете, а отвечать перед Господом придется. Думайте об этом. Меня зовут Раджаб Гимбатов, и это была моя территория правды. Следуйте этим простым советам, и все у нас будет хорошо. Берегите себя. Ассаляму алейкум.